Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Оля, рассказывай, пацаны. Мама, они не братья? Да. Музыка как будто из GTA, чем-то напомнила. Хочешь такой же фокус покажу, смотри. Беременна. Вот, нет, не это, беременна. Это, блин, выкидыш у тебя случился, ебаный в рот. Опять ребенка убила. В смысле, опять, не понял. Может быть, подобимся в попку. Еще раз. Может быть, выпьем водку? Я водку не пью. А может быть, подобимся в попку? Больной. В смысле, я не больной? В коромысле, блин. Да, извини, ты что ты? Я же так просто. Ну, ты нормальный человек вообще? Ну, да, нормальный. Ну, нормально, такие вопросы не задают. Ну, ты, то есть, не хочешь там в попку? Ты что, ебала? Да я не ебала, я просто хочу в попку с тобой. Там девчонка, я слышу, ну-ка, барин, покажи мне. Кого? Вот эту, что ли? Это мальчик. А. Минус мальчик, пацаны. Такой же, как и я, мальчик, блядь. Да не хватит, я хочу с пацаном Хрустим поговорить. Что ты меня постоянно орешь? Я, может, хочу музыку послушать? Ну, а чего поговорить с пацаном? Стой, не переключай, братан. Да, я сексуально, согласен. Как ее зовут, бро? Я ебу. Сколько она стоила? Рублей 500 максимум, типа, на Алиэкспрессе, блядь. На Фреде так. Она вообще не очень, блядь. Даже в Ебе? Даже там. Сейчас я пиздец дома пойду. Иди. Охуеть. Ты гей, что ли? Я тебе нравлюсь? Я другой ориентации. Какой? Нормальный, мужской. Я тоже мужской ориентации. Как ты можешь мужской, если тебе нравится долбиться в попку, блядь? Мы мужики ебать. Мы тоже любим в баньку там ходить, как мужики с мужиками там. Хочешь с нами в баньку? Мы тебя так отпердолим, ебать. Не-не, спасибо. Все нормально, ребята. Нет, это не мое. Ну, пожалуйста. Не-не-не-не. Да мимо дома с песней. Почему? Ищи друга по несчастью. Я нашел... Почему они придерживаются такой позиции? Я с ними не согласна. Почему по несчастью? Тебе кажется. Ничего себе. Черные волосы, темные, и ты голубоглазый, и черные ресницы, и брови, и голубоглазый, идеально. Ты откуда? Я с Иркутска. Мы тоже с Иркутска. Пацаны. Плюс попка. Смотри, ты мне уже глазки строишь, ты покраснел. Ага, я ни разу даже не моргнул. Оторвать от меня глаз не можешь. Ты пиздол. Ты сам говоришь это. Давай по сути, а? По сути хочешь? По сути я влюбился в тебя. Да, конечно. Любовь все разгадала, да? Да. Я вообще откуда сам-то? Ты тоже от меня не можешь. А, вот тебе уже интересно, где же... Он, знаете, фига себе! Да я так, в общем. Ну да, так чисто. Как тебя зовут? Меня Наташа. Подрывая! Это я, что ли? Пацаны, выросло у меня. Я... Ой, синит, блядь. Надудонила себе в штаны. Ну дает, баба. Четвертого. Ебать, это твои? Ну, в смысле... Да, мои, мне 18 лет. Тебе... Стоп, тебе нет 18 лет. Пацаны, ты у меня до 18 так на дудоне? Нет. Тебе 17? Нет. Сколько тебе лет? Ты скипнешь, если я скажу, сколько мне лет. 16? 15? 14? 13? Ты... 13 лет? И так надудонилась? Чего? 13? Сосала член? 13! По своему парню? Да. А ты как, глубоко брала? По самое не хочу. А какой у него? Ну-ка покажи на пальце. Ну пальцах, на пальцах не покажешь. Ну сколько сантиметров? 17. Заебись. Вот такой, да, где-то? Ну да. И чё, прям до конца брала прям? Да. А он тебя ебал в рот, знаешь, типа переворачиваешь тёлку, короче. Хочешь, покажу? Нет, детская, смотри. Да не детская у тебя. Блядь! Ебать. Ну у меня лицо детское, смотри. Пацаны, подписывайтесь на мой Twitch канал, если тоже мечтаете, чтобы я так сделала. Детская у тебя нормальное лицо. То есть, ну-ка вот так, отодвинься так вот, покажи мне, блядь.
Тебе 13 лет, ты ебать сиськами нахуй 4 размера. У тебя батя что вообще, как дела у него? Я не знаю, у моей мамы сиськи меньше. У тебя мама... Ой, спасибо, Дорин, спасибо. Спасибо, Дорин, спасибо, зайка. 7.5 сила. Спасибо огромное. У тебя, бля, как? Ну это дико, ну, да. Ну там, уебок? Чё там, уебок? Чё? Уебок, чё там, бля? Сука, ты из Рашки, пи***рашки. Где страна пи***рассия, бля, такая, бля? Пи***россия. Вот, про чё я и говорил. К чему? Нет. Жопу хочешь покажи? Нет, хочешь покажи? Не надо. Ну подавай, ну давай, смотри. Нет, не хочу. Ого. Это попка, да. Ну, блин, ну, согласна. Понравился мальчик, был он, все. Серьезно? И ты с ним потрахалась? Да. Что за бабы в этой рулетке? А сколько лет ему было? Ну, на тот момент ему было... То есть ты в 14 лет трахалась с 20-летним? А сколько? Я надеюсь, было, они просто рофлят, типа, эти тёлки. Я ты считала? Ты троих не могла запомнить? Да. Я думал, ты сейчас человек 20 назовешь. Такая, сейчас посчитаю. 3, блядь. Серьезно? Ты меня обманываешь? Так, 3 надо умножить на 3, да? Да. Ты пиздишь. Денег. Я в 8 классе. Я могу учебники за 8 класс показать, если... Они сзади лежат. Что? Вот, наш имя. Ага, я все, я верю. Зачем я это, бля... Ебать. Как у тебя, блядь, что спросить, я не знаю, нахуй, можно я не буду это видеть? Давай поговорим о твоих одноклассниках, что они думают? Ну, меня многие одноклассники пытались полапать, вот, и в большинстве случаев я не хожу на физкультуру по одной причине, только потому что, когда я бегу, я там пи***ц. Один раз на меня одноклассник дрочил. Нахуй он это рассказывает? Если у меня были такие бидоны, я бы их пряталась, вот, я бы их в себя вдавила. Знаете, как эти, как балерины носят эти корсеты, сиськи, чтобы не было, и попа, они же прыгают, и я бы, не знаю, я бы засунула эти бидоны куда подальше, чтобы всякие питоны на меня не засматривались, чтобы всякие люди свои питоны не душили. На уроке это было жестко. Ну я, Бро, не видела, прости, спасибо огромное. Тебя как зовут? Ты писать будешь? Ты же, я же тебя слышу, камон. Юлиана, нихуя сильно, может быть, просто Юля или... Просто, знаешь, Юля имя, Юлиана, это как уже проститутку вызываешь, они там все там, Жозефина, блядь, Юлиана. Нет, Юлиана? Ну ладно, извини. Давай так, ты показываешь свои сиськи мне, а я тебе показываю свой идеальный пресс. Давай обмен. Ну, у меня ощущение плохое. Ну, просто вот так задери майку и все. Не голые, просто в лифчике покажи. А подруга... Нет, это шутка. Ладно, ты готова? Смотри, во-первых, ты шлюха. Ты это осознаешь? Ну, спасибо за комплимент. Это не комплимент, это, блядь, предъява. Ты это осознаешь, что ты шлюха? Ты знаешь, что ты гондон? Мне похуй, я могу быть гондоном. Поверь мне, гондоном быть лучше, чем шлюхой, понимаешь? Лучше быть шлюхой, чем быть пи***сом, например. Я не пи***с. Ну, я так не думаю. Да мне похуй, что ты думаешь. Факт в том, что ты шлюха, понимаешь? Все, минус. Ёбнутая. Где ты толстая? Ну-ка встань. Спасибо большое. Привет, Дима Андрей. Нет, я не стану тут встать. Ты покажи мои щёчки. Уебать. Привет. Стой, подожди. Щёки реально дикие, кстати. Сейчас. Ну, по факту классный, конечно. О, боже мой! Я сейчас кончу. Всё, я не могу. Я не могу, блин, хватит. Вы вдвоём живёте? Да. Так это вообще круто, будем втроем жить. Только пожалуйста, без рукоприкладства, там все такое. Но если вы меня набухаете, там, то ладно, можете трахнуть. О! Я знаю, чем мы займемся. Ноги подзадрала, или зачем? Ты же не на работе. Ноги, говори! Бля, это дико! Это очень жестко! Зачем? Ты же не на работе. Меня ждешь, ноги задрала, нихуя себе. Ну-ка, жопу ее покажи. Че вы бухаете там? Шампанское, блейзер. Блейзер? Так.
Блейзер или шампанское? Блейзер. Я шампанское. Она блейзер. Я шампанское. Про позже, спасибо. Блейзер. А что ты пиздишь? Вот моя шампанское. На дольше. Но я просто перелила его. Более удобно. Я, короче, слушайте, я блейзер пил еще, когда маленький в школе был, короче. Тоже маленький. Просто девственница. Понятно. Нереально там сидят, ебать. Скажите честно, вы хотите трахаться? Да. Так а в чем проблема? Тебе. Ты не приезжаешь, ты не приезжаешь. Хорошо, если я приеду, какой шанс? Тренировки-то или нет? Да там 100%. Ну ты сейчас, ты же сейчас... Кто такой Мухаммед? В смысле, как он дрочил? Он прям на уроке дрочил? Ну да. Мы сидим, получается... Ты его видела? Он на среднем ряду, а я на левом ряду. И мы вдвоем на последних партах. То есть он так смотрел, он так дрочил на тебя, да? Да! Ну, понятное дело, он там не снимал трусы, ничего, он просто в штаны залез и там делал. Блядь, на самом деле это очень противно. А училка, типа, она вообще нихера не видит, то есть ей похуй. Маме тоже рассказывала. Она тоже была мама. Пипец. Так, что будет? Пацаны, вы думаете, где удава душите, ну типа, это ненормально, это неприятно, вы можете не душить, как бы, при девочках. Пацаны, ну это вообще не круто. Я вас прошу, услышьте меня, кто так делает. Пацаны, услышьте меня, я вас прошу. Тебя еще спросить, давай это? Нет, пизду. Какой ты, блядь, тебе 13 лет, нахуй, тебе сиськи как, блядь, 40, нахуй, бабулек жирных. Какого хуя? Ну, в смысле... Я не это хотел сказать. Я хотел сказать то, что даже в 40, блядь, таких ни у кого нету. У тебя сиськи, тебе, блядь, ладно, все забудь. Ебать, я ублюдок. Так, забудь, давай ты... Давай ты забудешь, я не такое сравнение не помню. Короче, какое-то было вообще ублюдское сравнение, забудет. Ну-ка так, сделай. Блядь, ты ебанутый, нет. Да, я ебанутый, блядь. А это не колени у тебя точно? Блядь, я могу встать, смотри, сейчас, чекай. Вот, это не колени, блядь, вот, смотри. Вот, это не колени, вот мои колени. Фига, у нее колени не можешь когтями на пупка достать? Я знаю этот ров, он... Ну, я уверен, что ты знаешь, тебе уже... Ну, а прикинь, я жирная, поэтому там... Да, блядь, жирная — это дело времени, ты можешь, блядь, скинуть вес, и ты это сделаешь, в любом случае, тебе всего 13 лет, камон, я в 13 лет таким, блядь, жирным был. Сейчас мне 15, я уже худой. Что происходит? Это фейковая кровь. Ой, не рвала. Ой, в смысле? Спасибо большое, фейскоко. Пацаны, а почему пишете Оскара? Ну, правдоподобно же было. Ну, реально правдоподобно было. Ну, типа, вообще, ну, вы сейчас реально уже как-то недооцениваете меня. В смысле Оскар? Ну реально же кровь, это реально кровь, типа, ну искусственная, но она же очень похожа на настоящую, реально. Блин, я сейчас вытирать заебусь. В смысле нет? Да чуваки, реально было правдоподобно. Да правдоподобно было, вы просто предвзято ко мне относитесь.